Батюшка, ну как вы считаете, Дух Святой, сошедший на апостолов, он изменил систему ценностей апостолов? Да, однозначно. И он пребывает сейчас среди нас, и в нашей жизни. И Господь воистину посреди нас. Вот чувствуем мы это, не чувствуем, но Он посреди нас. Это реальность. Да и слава Богу, что мы не чувствуем вот этого мистического присутствия потустороннего мира в нашей жизни, иначе бы мы с ума сошли. Но факт есть факт. Бог присутствует уже в истории человечества во всей полноте. И в нашей жизни, в жизни каждого из нас. В вашей жизни, отец Михаил, в моей жизни, в жизни каждого верующего христианина, каждого христианина, каждого человека, который ищет добро. Я не говорю сейчас только про христиан. Господь открывается там и тогда, когда Он этого желает. Вот мы не должны об этом забывать. Господь постоянно посреди нас, Он нас наставляет, Он любящий отец. Но вот мы должны на Него полагаться и просить, чтобы Он даровал нам умение быть простыми, как голуби, но и сил быть мудрыми, как змеи, вот как сегодня было сказано. Дабы мы не впадали в душевную прелесть, дабы мы не становились фарисействующими в нашей жизни, в нашей системе православных ценностей.